Да, ребята, здорово, всем привет. Всем привет. Только видос досмотрел, красавчик наш человек, ребята. Короче, мы тут заселились вчера в номер. Вот, сейчас вот утро, короче, пришли на завтрак. Кругом тут игровые автоматы, тут просто завал, короче. Но утро пока народу мало играет, вчера было вообще до хрена людей, вот. Было просто полно очень людей. Отель хороший, ребята. Вот, отель вот так вот у нас называется. Хустерс, видите? Ребята, будем, короче говоря, давать стране угля. Будем забирать американские доллары и менять их впоследствии на рублики, ребята. Вот. Погода, жара стоит, ребята, жара. Вот такое отелище, короче, огромный, огромный. Вот бассейн, бассейн, ребят. Короче, смотрите. На улице 40 градусов, ребята. 40 градусов, да. Казино родное. Ребята, да я тут как дома. Вот он, дядя Сережа. Всем привет. Всем привет. Ку-ку, ку-ку. Чем отличается от наших казино? Ребят, ну это целая индустрия, я же еще раз говорю. Я об этом буду записывать отдельные видео. А вот, вы тоже все это увидите на моем канале. Сейчас вышел первый ролик из Америки. Ребята, кто смотрел, поставьте плюсик, кто смотрел. За видео из Лос-Анджелеса лайк, ребят. Но очень много видосов, там и Сан-Франциско будет, и Вегас будет. Да хрена что будет. Вот. Дима прилетел вчера вечером, он разместился в другом отеле. Вечером мы с ним встречаемся после обеда сегодня, ближе к вечеру. А почему? Потому что у него там тоже, ну, как бы свои тут дела, у меня свои дела тоже. Вот. Ну а так что, как бы, нормалек. Официантки очень красивые ходят, посмотрите, какие официанточки. Да. Привет. Чао. Фотку делаю. Вот, смотрите, какие-то тут, я не знаю, доски. Да, ребят. Сидят в кафехе, да. Сейчас мы пришли на завтрак, ребята. Тут можно завтракать по меню, можно шведский стол. Короче, вы видите, и такая форма здесь красивая. Когда Бойс Америка ТВ. Ребят, это сын мой. О, Виктория Викторовна идет. Привет. Всем привет. Да, сейчас снимем. О, видали Викторию Викторовну какую? Ну-ка, заскриньте. Заскриньте. Подожди, еще раз встань. Ребята, заскриньте фоточку, мне скиньте, пожалуйста, ВКонтакте. Моя новая жена. Виктория Викторовна. Я еще красивее. Да, да. Короче, они где садимся? Толстые. Покажи ей вот этот листочек. Нам тут дали, короче, какие-то подожди. Ваучеры на этот самый, на завтрак. Вот так. Вот. Покажи ей куда. Да, народ играет, народу много. Да, нам. Показать... Ну, пойдем, Вик, на, за стол сядем. Да, ребятки, так, убийство сына, это как Тарас Бульба, да, через сколько будет встречи века. Ребят, будет, обязательно сегодня будет после обеда. Я после обеда с ним встречаюсь. Так, что у нас тут еще есть, ребята, смотрите. Фотографии тут, ура, с Димой, да. Да. Так, тут тоже что-то, выход на улицу. Тут еще что-то. Сувениров тоже очень много продают. Короче, ребята, сегодня ролик уже вышел. Пойдем. Пойму, что она мне стол какой-то показывает. А что, мы здесь не можем позавтракать? Ну, значит, там у них завтраки. Окей, значит, там завтраки. Вот, еще тут зальчик такой тоже небольшой. Сыграть в казино. Ребят, да, будем играть. Да, окей. Короче, мы сели по меню.
Садись. А зачем нам меню-то? У нас же есть. The coupons for the All-American. American coupon. А кофе? Coffee? All right, this is just for the food. The drinks are not included, okay? А, то есть кофе за отдельную плату? Ну, что делать? Кофе и вид мелка. Yes. Вид мелка, да. А ты... Дари, Союз, да, ребят. В общем, короче, мы завтракаем. Ребят, попозже тоже выйду с вами на связь. Чуть попозже, ребятки. Все, ребятки, чао, пока, скоро увидимся. Смотрите ролик на канале, уже вышел, ребят.